Блин, этот гидрист задрал уже. А он меня бьет. Теперь тебя бьет? Да. Я бью всё, тебя. Я без одного. Смотри, как хана, все. Это так вот вертикально теперь гидры залетают, да? Да. О, опять эти гидры. Сука, в натуре гидры. Дурной рак! Чтоб у тебя жопа лопнула, блядь! Гидрис заебал, теперь меня бьет! Дурной рак, вот... А, братух, зацени, клан хрен и дурной рак. Ну да, я уже видел. Хрен, дурной рак. Ну что поделать, да. Кстати, клан хрен часто попадается. А вот дурной рак, вроде туловище набило меньше всех. Дурной рак набил, меньше всех туловище набило, да? А мозги-то трахнул, блядь. Вот один только он со своими гидрами попадал в этот. Вот они. То в тебя, то в меня. Да, вот это тело паршивое вообще. А потом он Наташку взял. И еще с Наташки мне жопу драл там. А, нет, не Наташки он был. Ну кто-то был, короче, еще. Не, на инквизиторе, он меня убил последним. Угу. На дробаше. А у тебя как дела там? Блядь, да что такое? Даже сверху передает кто-то. Да, у них 4 шока теперь. 4 шок-триниста? Да, 2 справа, 2 спереди. Блядь, анонисты. Еще гидрист, заебал меня уже. Еще гидрист, согласен. Ну что ж, ребята, всем привет в игре Dan the Man. Приветствую вас всех, ребятухин, в новой игре. Я отключил интернет, чтобы не было рекламы. И включаем историю, ребята. Я уже знаю, что правая история стоит верхняя 370 рублей вроде, а вот нижняя зона страха, я не знаю, что это такое. В общем, нам предлагают купить историю. Но мы еще пока не прошли эту, а посмотрите, ребята, насколько долго нам ее проходить. Просто неимоверно. Дальше мы вперед забегать не будем. Сейчас остановимся на прохождении версии 1.2. У нас будет после этого апгрейд нашего юнита. Хотя давайте сделаем сначала апгрейд юнита. Дэн, ребята, Дэн, что же нам ему сделать? Я вот думаю, может ему сделать кулак какой-нибудь мощный. Типа давайте. О, да, обалденно, 5000. А, не, у меня столько денег нет. Зашибись. Тогда может этот за 500? Отлично, это как у нас? Обалдеть, что надо сделать? Еще раз покажите. Подбежать что-то там. Чего, блин? Подбежать, воткнуться и вверх. Странно. И прыгнуть. Типа того, да? Ну ладно, ребят, окей, давайте попробуем это сделать. Подключения к интернету нету. Странно. Нам что, требует подключение к интернету? Ну давайте подключим к интернету. Да что ж такое-то? Подключились? Эй! Да, ребят, подключились, давайте. Опа! И вот сейчас мы отключим интернет. И знаете, у меня было обновление системы.
И просто непонятно, система Android, что-то тут оверлей поверх других окон зачем-то обновляется, непонятно. Ладно, это я потом разберусь, а тут мы видим, что полицейские бьют бедных и невинных деревенских жителей, это жители. И, ребята, это жуть как несправедливо. Целая пачка, обратите внимание, сейчас мы прям всем дадим. Сонечка с нами находится. Ну как, Сонечка, жалко тебе этих деревенских парней, которых побила полиция? Вот они лежат и что-то даже не дышат. Жалко, да. Вот смотри, еще один королевский полицейский с дробашом там. А это у нас с дубинкой что-то зевает. Давайте мы ему сделаем. Вот какой был удар, ребята, мы купили. Да-да, реально прибегаешь, подбегаешь. С дробашом мы не даем ему ни одного шанса. Еще сверху так вот. Оба, бан ему в голову. И все нормально, ребята. Шлег, шмек, бук-бук. Ну а тут стопудово есть, опа, тайный предмет. Я так и думал. Ну, честно говоря, я думал там что-то еще. Тут у нас нету ничего секретного. Ничего. И у нас... Прыг-скок. Сонечка, ты, наверное, никогда не играла в Супер Марио. О, обратите внимание, у нас были парнишки из клана Дзяка-Мандзяка. Киндзюку. О, жопу показывает. Видела, он жопу показал? Не видела? Офигеть. Он сейчас с дробаша хотел меня. Вот такой был удар. Вот он с дробаша. Не, он, вот он. Бам, ему в голову, смотри. Пук, здорово, нормально. Мне говорят идти вправо, а я не хочу, я пойду вверх. Фу, вау, сколько монеток. Да, это птенчики. Миленькие, действительно, но они могут укусить тебя, и тебе будет очень больно. Справа у нас ничего нету, я прям наврал, Сонечка, извини. А у нас там, смотрите, парень где-то наверху, ну давайте попробуем к нему запрыгнуть, к этой статуе, о, отлично. Статую бить тебе, в принципе, нет смысла, но вот со статуей я бы попробовал бы... Опа, еще один секретный мешочек, $10 нам дает, вообще ништячок. Где? А вот этот? Он не разбивается. Ну что ж, пойдем дальше. Ой, тут река, в реку нельзя. Тут еще, кстати, удочка с рыбкой поймана. Опа, мы чуть не упали. Опа, мы второй раз чуть не упали. Это да, прикольно было. Прям повезло нам. Пройти, надо прыгнуть на эту штучку. Опа, где же у нас там вообще битва врагов? Отлично, как братушка-то проходит, а папочка твой? Молодец, гений. Миссинг, ага, отлично. Папа, а я ищу какие монстров, чтобы их побить. Да, чего-нибудь, кого-нибудь здесь найдем и точно их отметелим, прям побьем, да? Да, хочешь? Кулаком. Обалдеть. Это гранатомет. Это сидит мужчина в магазине. Он продает всякую фигню. И вот здесь он продает нам за 250 гранатомет. Обалдеть. Ну, мы не будем покупать, денежки тратить. Как ты считаешь? Не, я не буду. И даже у тебя... Опа! Вижу, Сонечка. Мы его убили. Это круто было. Он придет в воду. Это было круто. Опа, нашли яблочко секретное. Обалдеть. Здесь найдем кого-то. Найдем его уничтожим. Да, кулаком ногой. Вот так прямо, кияк-киюшеньки. А здесь у нас, походу, секретный какой-то... Да, тайная зона, смотри. Большое яблочко мы взяли. И автомат, обрати внимание, мы взяли автомат. Обалдеть. Вон он. Сейчас мы до него доберемся, родная. Сейчас мы освободим деревенских жителей от этого гнета полицейских. Мочи красноперок. Бам ему по голове. Вот он жопу показывал. Убили мы его. Не видела жопу? Ну, сейчас точно увидим. Бам, удар. Ты очнулся, не вставай, мужик. Вот мы его зашкварили. Ногой и кулаком. Вот так вот. Он с дробовиком. Обалдеть. Отлично. Да, молодцы. Опа, еще один, смотри. Да, нет, он не разбивается. Ой. Отлично, мы их прям двоих вот так, в одним ударом. Да, это было неожиданно. Интересно? Мне тоже интересно. Там ничего нет? Давайте попробуем там. Там тоже ничего нет. Ох, нифига себе, да обрати внимание, какие они крутые. В очках. Угу. О, прыгают. Да, мы их обманули, прям реально мы дали трепку. Вон сундук. Нет, это бочка. Бочка, да, бочка. А здесь ничего. Тут у нас тоже ничего. Никаких секретных комнат нет. О, яблочко нашли, яблочко надо скушать. Опять птицы. Да, птенцы тут развелось. Птиц вообще прям не горюй. Столько дроздов. Вот. О, облачко. На облачко. Сейчас прыгнем, подожди. Раз, потом... Вот так, отлично. А это что? Это сохранение. Шш, не мешай, она сохраняется. Чпу-пум, прогресс сохранен. Здорово, идем дальше. Бабочка. Смотри, бабочка. Шш, ну какой крепкий сундук-то. Ну много в нем золотишечка-то. Да, для тебя деньги надо. Прыжок, там ничего нет. Вот, деньги. Деньги, да, деньги нужны. Ой, обрати внимание, у нас тут тучки. Тучи. А по небу ходят тучи. А как мне интересно, их узнаем. Я не знаю. Ой, папа упал в воду. Ёкарамбабай. Синдзяку-мандзяку, смотри, нашел облачко. Чё-то мало, тут одни прыжки в этом уровне. Просто бойцы где? Бои, битва, где... Ой, сколько бабла. Автомат, смотри, Сонечка, у нас теперь много автоматов. Ой, сундук, мы еще...
Сейчас возьмем. Сейчас золотишечко тут. Папа очень любит золотишко. Опа, опа, доллары, доллары. Тоже любишь? А что бы ты купила на доллары? Ой, ай, ай! Чуть не упал. Что бы ты купила, если бы у тебя было много-много денежек? Чашку? Ты хотела бы кружку? Да, и чашку. Чашку? Бутылку хотела себе взять? Ну что ж, ребята, блин. Вот, смотрите. Мы освободили деревенских парней. И сейчас мы, ребята, будем... Ой, сколько их. Вы посмотрите, сколько их много тут. А, меня с дробаша прямо. Ну все, вот мой автомат Калашникова. Давай, подходи по одному. Ну. Вот так. Он опять там жопу показывал, ну. Вот на вот этого мальчика смотри. Опа, меня шплёкнули. Но у тебя не шлёпнули, у тебя есть автомат. Да, да, я знаю, вот смотри на этих двух мальчиков. Сейчас, вот тут жопу показывай, видишь? Смотри, он жопу показал. Видишь? Вот такие утвердки у нас тут играют. Мы мясо нашли. Мясо? Лягушки? Лягушку, да, нашли и съели. Смотри, мы их как бы двоих завалили. Да, все нормально. Замочили парней, теперь надо идти вперед. Оп, еще один тайный предмет, $5, это неплохо. $5? Да. Опа! Молодец. Молодец, я знаю, папка у тебя крутой. Яблочко, смотри, о, теперь будет бой. Видим. Отлично, автомат. Кулаком, давай кулаком. Отлично, просто у нас тут будет... Вот так, мы ему прямо нифига себе с вертушки, прямо в голову. Не знаю. Если долго ждать, то может такую жопу мы еще тут и увидим. Смешную. Смешную жопу. Вот так. Вот такую смешную. Ой, свою жопу не показывай. Тихо. Ты этот садика брось. О, смотри, какой большой сундук. Вот он, с дубинкой к нам бежит. Отлично, мы его завалили. Еще один парнишка. Завалили, отлично, неплохо такие. Вот ножики. Мы взяли 10 ножей. Ого! Ты будешь нам жопу показывать? Нифига, он что там? С пилой, что ли? С пилой, наверное. Вот дурачок. А этого мы ножами. Ух, нифига, мы ему прям ножами зашпилили его. Это большой сундучок. А это что, черепушка? И этого парня мы тоже ногами. Черепа человека, да? Да. Обалдеть, откуда ты это все знаешь? Мы его заполучили. Кого? Это... Секретный ход, смотри. Да, секретный ход. Да, но это уже кости уже последние. А что ж нам делать? Это кости, вот кость. А, мы взяли $25. Да. Ну, кости это так, это, наверное, из книги страшилок каких-то там. Okay. Отлично, мы его прямо. Да вот это. Зашпилили. Сунечка, да при чем здесь жопа, дядя? Прям жопа нравится, что ли? Не в жопе же дело, смотри, нас убить могут. Давай, достаивай автомат. Да автомат, как бы, блин, там 4 ножа у меня. Вот, супер какой-то меч. Супер нож. Ой, все, зелье воскрешения у нас есть. Да, да черт, да какой выиграли, нас завалили. Папа, ой, папа не туда прыгнул. Да, какой не туда. О, большие монетки. Монетки надо. Вот жопу показал. А мы ему ножик в голову. Опа! Нифига себе. О, в голову мне. Сейчас меня убьют. Это с автоматами там. Жаль, нельзя их оружие подбирать. Нельзя автоматы. Все, кончились у меня автоматы. Окей, надо еще зарабатывать. А где, где их зарабатывать, если их нету? Ну, где их поищешь? Отлично, всех завалили. Ни одного не поищешь. А у меня жизни мало, а сейчас если босс, что делать будем? И зелье воскрешения кончается. В принципе, меня, наверное, больше не воскресить ничего. Сохранение. Да мы, походу, проиграем этот раунд. Ай-яй-яй-яй. Отлично, мне бы хотя бы яблочко пожрать. О. Да что ж такое, тайные предметы, это неплохо. Жаль, там нет большого яблока, но может тут появится. Опа! Смотри, стреляет, а? Ха-ха, мы его сбросили. На, будет знать наших. Так, тайного тут ничего нет. Придется покупать, наверное, Сонечка мясо. В магазине, да, стопудово. Вот сюда в магазин приходим, и, наверное, мясо придется покупать. 75 курочка стоит. Съели, плюс 30. Что-то жаба дает меня. Ну, мне жаба дает. Давай дальше пойдем. Если что, мы обратно вернемся, можем вернуться. Яблочко, да, можем вернуться обратно. Здесь секретных нету ничего. Монетки мы собираем, никак не запрыгнуть. Вот, запрыгнули. И здесь, наверное, ребята, будет бой. И меня будут тут шпилить. Мы уже были на этой... Оп, мясо. Наверное, можно на... Нет, нельзя на эту крышу зап... О, они меня потеряли. Смотри, двое придурков меня потеряли. А у меня только кулаки. Они тебя нашли.
Но придется их атаковать сверху. Черт, я об этом не подумал, они могут разгоняться. А вот теперь получили люлей. Сейчас они атакуют, смотри, бегут. А потом разворачиваемся и бах им в голову. Нету, к сожалению. Ну мы их забьем, ничего, я верю в себя. И этому магистру черной магии мы тоже раздолбали голову. Отлично, здорово. Опа, пугало, пугало красивое такое, прикольное. Идем дальше, секретных материалов тут нет, секретных зон. Яблочек тоже нет, все, пособирали. А вот сейчас, смотри, автоматически игра двигается, и, возможно, это конец уровня. Ура! Тут, смотри, девчонку какую-то нарисовали. Типа, что-то они там, дураки какие-то. В общем, это проплаченные люди, революцию делают. Кинг Рулис, что-то такое там, Кинг... Ну, в общем, ребят, мы прошли этап 8.1.2, действительно было тяжеловато, я бы сказал бы. Чуть не были на грани смерти, пришлось даже купить курочку. Стартовый набор нам предлагают за иное количество денег. Да, ребят, спасибо, нет. И открываем сундук, что же в этом сундуке? Давай, нажимай на сундучок. Еще разок. И еще разок. Вы получили 250 золотишко мне дали, папе. Неплохо. Нам рекомендуют, ребята, еще что-то улучшить. И давайте улучшим то, что нам рекомендуют, и посмотрим. При прыжке можно завалить противника. Понятно. Ну что ж. Здорово. Улучшили. Я не знаю, зачем, правда, и так справляемся. Но вроде ничего. Вроде нормально. Сейчас нас закинуло ребятухи в 1.3. А вот непонятно, что вот это за уровни такие. Арены 3. Лучший счет. И зачищено 25-50 тысяч. Это, ребята, мы сделаем в следующем видеоролике. Следующий уровень у нас через 2 часа. То есть сейчас на него нельзя зайти, типа... А, понятно, есть ограничения. Ну все, теперь понятненько. Купить, открыть, ага, прошло 30 минут, просмотреть рекламу. Нет, Сонечка, все. В общем, в эту игру как раз в сутки будем играть. Ну что ж, ребята, всем спасибо за внимание. Вот такая игра. Тебе понравилась? Да. Да, это, ребята, как там? Дэн The Man. Дэн The Man. Дэн The Man. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лалки, дизлалки. Оставляйте свои комментарии, ваше мнение очень важно для нас. Скажи пока-пока. Пока-пока скажи. Пока. Вытащи пальцы изо рта и скажи нормально пока-пока. Пока. Скажи пока-пока. Пока-пока. Вот знаешь, раньше ты была, Сонечка, как-то вот на видео снималась прямо, знаешь, поумнее, чем сейчас. И вытащи пальцы изо рта. Все, ребята, пока-пока.